Так. Комета. Не знаю, в окуляре видно, так не видно, да? Ну, на экранчике вот сейчас видно, да? В левом углу нижнем. Должно быть что-то видно, даже не через окуляр, а на экране. Так, 9 июля 2009, господи, 2020 год. Харьков. 3 часа. Сейчас, подождите, сейчас я наведусь и буду рассматривать, сколько там у нас сейчас времени. Неожиданно, негаданно ехал снять парад планет. По дороге увидел комету. Такой сюрприз. Для маленькой такой компании. 3.13. Ой-ой-ой, куда что убежала? Куда что улетела? Прям не знаю, как это на экране будет выглядеть. Но сомнение в том, что эта комета у меня отпали вместе с челюстью. Потрясающе. Первый раз в жизни вижу комету. Не по телевизору, а вот так вот просто через своими глазами и оптикой фотоаппарата. Да, через окуляр вообще знатно смотрится прямо. Усы кометы. Не знаю, как называются. Думаю, буду выяснять. Так. Видно, что это восток у нас, да? Вон у нас все, что горизонтально. Горизонтально на горизонте. Выбачаю за тавтологию. Это Бобровка. А это у нас Венера с Альдебараном. Ох, как я удачно съездил. Сна мне было жалко, надо же. Я думаю, Морфей не обидится за то, что я его проигнорировал этой ночью. 4 числа снимаю парад планет ежедневно. Ну или то, что получается, когда дождь был один день. Так, что-то мы там полный парад не получился. Венера. Ладно, я сейчас буду, наверное, снимать на... Попробую на других еще режимах. Не удержался. И пускай будет еще такой удобно. Так, Марс. Марс Луны, как в предыдущем дубле, да, есть еще предыдущий дубль, в котором у меня эмоции похлеще, потому как только приехал, на ходу, пока ехал, видел этот, эту хвостатую красавицу, русалку небосвода комета, вот какой художественный образ какой. Хвостатая русалка небосвода, это Марс. Вернемся к Богу войны.
Марс и Луна. Промазали. Так, сейчас я резкий скак тут. Вот так, наверное. То есть тут все такое резво. Сейчас все отошел. Вот это движение Луны относительно Земли в реальном времени с реальной скоростью. Чудненько. Сейчас снимаем оставшиеся Юпитер и Сатурн. Меняем настройки. Меняем. Едем домой, меняем профессию на астроном. Почему не приехал на работу? А я на комету смотрел. Кто-то будет радости. Я комету нашел. И у нас тут уже зарядка падает. Так, это у нас, как легко догадаться, Сатурн. Уже клюет вниз в землю, опуская за горизонт. Да, там еще предыдущая съемка. Это вечером, когда он только поднимался над горизонтом, развернут был в другую сторону. Так. Ну и Юпитер тоже с пикирующими бомбардировщиками своих галилеевых спутников. Галилеевы, потому как по легенде Галилеев первым обнаружил первую подзорную трубу, хотя я сильно сомневаюсь, что до этого не было никем создано оптических таких приборов. Так, и вот, как и обещалось, на трехчасовой давности съемки у нас теперь справа спутник Каллисто, а спутник Ио переместился, был он справа от Юпитера, а теперь за эти 3 часа сквозанул, я бы даже так сказал, это приличная скорость за 3 часа так переместиться, переместился налево от Юпитера. Что ж такое-то, так тяжело у вас. От центровой. Сейчас ползаем, да? Молодцы. Вот это у нас, значит, спутник Каллисто, как всегда, сбоку припеку. Ну, теперь справа от Юпитера, не как обычно, он слева. Ну, вот сам красавец наш Юпитер. За ним. Я не понял, слились, что ли, Европа и Ио. И последний Ганимед. Да, не вижу я 4-го спутника. Ну, ладушки.
Был на предыдущем дубле точно. Наверное, в тень попал. Так, это Юпитер, Сатурн, это Марс, Луна. Это Венера, Альдебаран. Комет тоже не видно, да? Видно. Ой, это летучая мышь была. Интересно, попала в кадр. Ух ты! Ребята, посмотреть вам ничего не дам. Надо снимать. Где? Вот.